Привет всем, это канал Кинописьма. Поехали. Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько. Мужчине было 64 года. Об этом сообщил Коммерсант, ссылаясь на слова двух источников, близких к семье Приходько. В пресс-службе правительства подтвердили эту информацию. Приходько умер после продолжительной болезни. У него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. Точная причина его смерти пока неизвестна. Напомню, в 2018 году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, как миллиардер Олег Дерипаска отдыхал на яхте с Сергеем Приходько, который на тот момент занимал пост вице-премьера, и с сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой. Расследование во многом основывалось на фотографиях из инстаграма Рыбки. Основатель ФБК Алексей Навальный в связи с этим обвинил Приходько в коррупции. Приходько же называл Дерипаску своим другом, но все обвинения отрицал. Представитель Дерипаски называл тогда расследование ФБК лживым. Напишите в комментариях, слышали ли вы об этом расследовании и что вы думаете о нем. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.